Ребята, пока мы едем домой, я хотела вам напомнить о том, что сегодня последний день записи со скидкой в мой марафон, который начинается уже в понедельник, 18 января. Так что скорее свайпайте вверх и записывайтесь, если еще это не сделали. Дорога домой. Красиво, не правда ли? Особенно, когда солнышко светит. А это моя любимая часть. Просто лес. Как вам наша дорожка до дома? Тут джунгли, да, Белла? Так, дети, смотрим, как мне тут пройти, ваш шалаш. Я протиснусь. Ну-ка, Белла, показывай. Здравствуйте. Сейчас спать, мне дом построили. Вот это у вас тут красота. Вы будете твои тапки, да, голодугу я. Остановись, дорогая, сделай нормальный фото. За сольника нет, не хочешь. Нифига себе. Даже фиолеты, смотрите, как четко фиолеты видно. Я накаркала плохую погоду. Начался ливень, поэтому мы решили поехать в спа. Это отель. Он открыт, работает, поэтому сейчас пойдем попаримся. Надеюсь, там без маски ходят. Да, красиво. Классика всех спа, фруктовая водичка, голые женщины, не гузель. Спа. Нам очень понравилось. Да. Ну что, Steam Room? Это Steam Room, наша любимая. Мухар Одасы. А это сауна. Красота. И сегодня не просто последний день перед закрытием Северного Кипра на 2 недели. А сегодня последний день записи в мой марафон. Он начинается завтра. Ну, честно говоря, сегодня, потому что сегодня я буду выкладывать первую тренировку на завтра, растяжку. Разминку, меню я уже выложила, вот, так что быстрее записывайтесь, если еще этого не сделали, но хотели, потому что сегодня уже прям будет все готово, и завтра максимально стартуем.
Что делает человек первым делом, когда узнает, что завтра будет локдаун? Конечно же, едет за продуктами. Но на самом деле уже вышла новость, что Совет министров опять встречается и что, может быть, не закроют. В супермаркете немножко больше людей, чем обычно. Паники особо нет, но видно, что все закупаются заранее. Так что делают то же самое, что и я. Всем привет, дорогие друзья! Я вас поздравляю с началом марафона! И прежде чем мы начнем тренировки, предлагаю сделать небольшую разминку и желательно делать ее перед каждой тренировкой, особенно перед кардио. Ну что, начнем? Что-то я опять пропала с радаров. У нас зима началась, плюс 11, дожди, а еще обещают опять снег в горах. Но поехать уже нет времени. У нас уже с утра пораньше урок турецкого. Меня все спрашивают, понимаете вы или дети что-то? Я понимаю, да, дети тоже понимают. Не все, конечно, но уже лучше становится. Кто смотрит телевизор? А? Биби, ты что смотришь телевизор? А мамочку хочешь целовать? Ну хочу, ну косотина. Ай, злая еще такая.